Ситуация с коронавирусом, она по-прежнему остается напряженной. За сутки в регионе 176 инфицированных, выздоровевших 192 человека. Семеро белгородцев не смогли справиться с болезнью. Ковид не отступает. Медики ведут непрерывную борьбу с вирусом. В стационарах сейчас 1667 наших земляков, в том числе 40 на ИВЛ. Главным способом обезопасить себя и окружающих остается вакцинация. На сегодня полный цикл прошли более 694 тысяч жителей области. Привились одним компонентом 745 тысяч. Примерно столько же записались на вакцинацию. Сегодня на брифинге начальник департамента здравоохранения области Андрей Конников отметил, чаще ковидом стали болеть дети. За период регистрации всего заболело 3228 человек. В настоящее время в стационарную помощь проходит 25 детей, амбулаторно 287. Последние три недели наблюдается рост заболеваемости, в том числе и среди детского населения. Также начальник департамента здравоохранения доложил о ситуации с ревакцинацией в регионе. Всего в Белгородской области порядка 10 тысяч человек привиты. Больше всего в Белгороде и в Белгородском районе. В Белгороде 2 тысячи и в Белгородском районе 1000. Все остальные по муниципальному образованию. Вакцины в достаточном количестве. Спутник и спутник Лайт.